Здравствуйте, друзья! С вами Лохматая Душа, и сейчас я хотела бы с вами немного порассуждать, вызвать вас на диалог. Вы никогда не задумывались, насколько животные близки нам? Да, мы их любим, да, они ведут себя как дети и вызывают умиление, нежность и страшную боль, когда мы их теряем. Век у них, конечно, короткий, но то время, что они с нами, я считаю, это самое счастливое время в нашей жизни. Мне жаль, что не весь мир это понимает, и не каждому дано почувствовать любовь друга, который смотрит на вас или мурчит, или скулит от нежности, вылизывая вас языком. А еще, друзья, я хочу сказать, что несмотря на ту боль, на те жестокие страдания, что человек причиняет собакам, они по-прежнему остаются нашими друзьями. И вот это поражает. А вот чего им это стоит? Наверное, мы никогда не поймем и не узнаем. Дарина. Ее ударили на заправке, она лежала, и на нее наехала машина. Я не знаю, куда смотрел тот идиот, который выворачивал со стоянки. Собака лежала к нему спиной. Она просто не успела выскочить. Все произошло на глазах женщины, которая оказалась этому свидетелем. Собака упоенно грызла косточку и, возможно, была так сильно увлечена этим, что привыкла к шуму колес, к звукам моторов на заправке. И вот так просто не увидела и поплатилась за это болью, травмой, криком. Она в шоке вскочила и даже отбежала чуть дальше к забору, но там упала. И нам позвонили и попросили помощи. Женщина оказалась хорошим человеком, настоящим. Она сама привезла Дарину к нам. А дальше собака сразу же в ночь выехала в клинику в стационар. Сначала успокаивающее, противошоковое. Решили присмотреться, как она себя чувствует. Сделали снимки. А врачи советовались и выжидали, не решаясь принять решение. Почему? Перелом оказался без смещения, и в некоторых случаях лучше не трогать и не резать. Гораздо больше шансов, что животное встанет само. Врач предложил не рисковать. Вернее, рисковать, но в обратном направлении не трогать. Не все то благо, о чем мы думаем. Через некоторое время девочка стала приподниматься. Сначала на одну лапу, теперь на две. Перелом срастается нормально. И девочка ходит. Ходит, друзья. Все, что ей понадобилось, это тепло. Это внимание, еда, антибиотики, данные вовремя. Я не знаю, что случилось с Глорией и почему она так страшно среагировала на ту давнюю страшную тайну в ее жизни и почему эта тайна ударила именно сейчас. Но девочка внезапно начала грызть себе основание хвоста кусками. Не помогали ни таблетки, ни смазывание раны. Мы пытались лечить. Промучились полгода, пока хвостик не повис полностью мертвой веревочкой. И тогда пришло только одно решение. Чтобы спасти собаку, хвостик надо было ампутировать. Сейчас Глория пережила операцию. Она на успокаивающих таблеточках. Очень ласковая, нежная, добрая. Зуд вроде бы не возвращается. Мы за ней наблюдаем.
Но я уверена, самое главное лекарство для Глории – это нежность, это доброта, это покой семьи, где она наконец-то почувствует себя защищенной. Мы не знаем, что она пережила, но я знаю, что мы в состоянии подарить ей счастье. И буду искренне рада, если кто-то из вас отзовется и захочет взять Глорию домой. Взять ее другом, ребенком, членом семьи. Она это заслужила. И я буду очень надеяться, что мы к этому с вами придем. И подарим ей дом. Друзья, перед вами ролик о двух девочках с двумя разными судьбами. Объединяет их одно – зло, что ударило. И сейчас наша с вами доброта, что помогает им встать. Вам решать, друзья, чью сторону вы принимаете. И как говорят, у нас не только белое и черное, у нас еще и жизнь в крапинку. В крапинку, когда человек равнодушен. Когда он и не злой, и не добрый. Когда он просто бессердечный, равнодушный. Когда ему все пофигу. А эта стадия человеческого разума, она самая страшная. Я, наверное, быстрее пойму злого, чем равнодушного. Я не знаю и не хочу об этом задумываться. Я хочу задуматься только об одном. Приют огромный. 2000 животных. Это я не считаю малышей. С малышами, наверное, уже за 2. И люди, которые то помогают, то просто молча уходят. А приют остается, ребят. Просто хотелось бы попросить вас. Жизнь текучая, так же, как и помощь приютам. Но вы можете помочь, друзья, рассказав о нас дальше, поделившись нашим роликом. И, возможно, когда вы соберетесь уйти, на ваше место придет другой человек, который случайно прочитал ваше обращение. Я прошу вас, мои хорошие, делитесь, рассказывайте о нас. Приют прожил 18 лет. И будет жить дальше, даже когда мы с вами уйдем. Добра вам, люди. Добра и всего самого-самого хорошего, что есть в этом мире. Спасибо вам за дружбу. Thank you.